Мы хотим, чтобы по закону встретились с народными депутатами и объяснили, по каким основаниям не регистрируется в Харьковской области более 3 месяцев региональное представительство оппозиционного блока. Даже если мы теоретически где-то допустили ошибку, подскажите. Скажите, какой документ принести, какую подпись поставить, какие дополнительные мероприятия провести. Этого ничего не делается. Мы привыкли жить всегда свободно и выражать вслух свое мнение. Почему нас хотят лишить нашего права, законного права, избирать ту политическую силу, которую мы симпатизируем, которая отражает наши требования, наши чаяния?